Здравствуйте, товарищи. Сегодня встречаемся с Тимофеевым Евгением Петровичем. И вот по какому случаю. На руках у меня есть свидетельство о регистрации устава общественного объединения, которое называется «Объединение рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи Ленинграда». Свидетельство это датировано 91-м годом, зарегистрировано в Министерстве юстиции РСФСР. И поэтому вот, Евгений Петрович, прошу вас, если это можно, рассказать, как это происходило, когда вы регистрировались, и почему решили вот такое объединение зарегистрировать вот в эти вот тяжелые контрреволюционные времена в 91-м. Но здесь сначала надо положить не это самое главное, объединение рабочих. Это следствие того, что мы сначала организовали профсоюз докеров. Так. Это то, что началось с того, что 90-е годы, даже не 90-е годы, где-то 85-й год. Оттуда у нас все началось. Началось как? Ну, я тогда, я уже был член партии, вот, очень много раз поднимали вопросы на партийном собрании, в основном это касалось охраны труда. Ну, хотя партия была тогда ближе к народу, чем сейчас. К заводам. Да, все как-то решались, этого нам не хватало. Потому что ближе к ВАДу – это профсоюз, ближе к партии. А профсоюз у нас был тогда как бы единственный профсоюз – ВЦСПС. Он всех объединял. Вот. Пример к тому, что у нас было 25 человек, членов правкома Ленинградского морского торгового порта. И там нас было 7 человек докеров. Ну, представьте, 25 человек и 7 человек докеры, чтобы мы не выносили. Блокировали. Ну, естественно, там все остальные, все служащие. Тогда вот началось, что же делать? И тогда вот в 90-х годах вот это все это пошло. Ну, мы тоже стали думать. Вернее, не мы стали думать. Мы-то уже... потом Константин Васильевич Федотов. Он тогда учился в этой академии, там познакомился с Михаилом Васильевичем Поповым. Вот. И тоже все эти мысли наши Константин Васильевич доводил до Михаила Васильевича. И там все это как бы обдумывали, потом уже меня пригласили. Вот. Мы тогда все это решали. Тогда еще мы создали общественное объединение «За коммунизм и ленинизм». Вот это общественное объединение. Параллельно мы шли оформлением профсоюзной организации. Вот. Но мы тогда сразу не вышли из этого профсоюза ВЦСПС, организовали внутри этого профсоюза как бы свой комитет докеров. Рабочую секцию. Да, такую. Рабочую секцию. Естественно, потом опять же пошло, чтобы создавать свой, когда набрали силы уже. Вот. Мускулы накачали, тогда уже почувствовали, что мы эти организации. Только тогда мы пошли на том, что создавать профсоюз. Но это нам удалось сделать. Естественно, здесь же мы только одна организация, порт, докеры. Параллельно шли эта общественная организация за ленинизм, коммунистические ориентиры. То есть надо здесь в городе выйти за рамки, мы как всегда говорим, за рамки главного порта, за рамки порта выйти, то есть в город. Создавать именно рабочие организации. Тогда, естественно, когда все это обсуждали, там Казионов потом был, Александр Сергеевич, обдумали, и вот именно создать общественную организацию рабочих. Тогда, когда мы за ленинизм были, там тоже ребята были из рабочих, туда все. Потом как-то организовать именно рабочие организации уже. То есть никаких не служащих, ничего.
Вот. А служащий там помогает. Вот. Ну и в первую очередь в том, что или же создать, организовать, провести съезд рабочих. Ну, проявляйте инициативную организацию, побывайте инициативно, там у нас ребята были. Вот это в том числе вот, заместитель Сергей Петрович Петров, там, пролетарский завод, потом Выборжец, вот, Кировский завод, такие ребята были. Вот, ну, провести так, предварительно обсудили это все, как это все это делать. А проблема-то, его не надо искать, они есть, вот. Перед нашими глазами. То есть вы хотели сделать такое объединение, которое отстаивало бы интересы рабочих, да, во всем Ленинграде? На предприятиях. На предприятиях. Навести как бы порядок, чтобы рабочие не были просто рабочими. Ну, чтобы они имели какой-то свой орган власти, который мог бы… Если могли бы повлиять… Доход, продвигать их интересы, да, на предприятии. На предприятии, да. Кто-то бы защищал бы их интересы. Угу. Так вот, и вы совместно с вот нашими научными деятелями, с Александром Сергеевичем, Михаилом Васильевичем. Да. Козёлов Александр Сергеевич. Да, и вот вы с… Да, тогда еще Снежков был. Снежков, вот, к сожалению, не знаю. Вот, и вы в начале вот этого создавания вот Совета рабочих с товарищем Федотовым решили, организовали вот это вот объединение, правильно? Да. Как сложно прошла регистрация, потому что год-то такой стоит 91-й, и сейчас многие о том, чтобы иметь какую-то зарегистрированную организацию, какое-то объединение… Не то чтобы мечтают об этом, но видят в этом некоторую цель. А тут у нас получается, что уже есть объединение, и оно действующее. Ну да, и число, оно юридическое лицо, да. Да. Не надо ничего делать, регистрировать, реанимировать надо, и все. Вот как это сложно прошло, вот этот момент? Как вот буржуазия к этому вот отнеслась? Вот эти времена, вот это смутные времена. Даже вот когда время этой перестройки, вот один только пример. Да, мы, ну, в то время я уже, не скрываю то, что вот я коммунист, представитель Совета рабочих, там, профсоюз это организовывали, это все, шел на выборы в Ленинградский городской совет. И прошел городской совет. Вот. И когда вот это все это прошло, тогда Собчак стал мэром. И тогда, ведь, когда уже мы организовали Совет рабочих, нам удалось получить помещение в Смольном, как Совет рабочих. Когда Собчак пришел в мэром, поселился в Смольном, он нас не выгнал. Он там чуть повыше сидел вас, да? Вы, я имею в виду, он повыше сидел в там здании. А вы пониже немножечко? Мы на втором этаже были. Так, ну, я не помню его кабинет там. Я туда не ходил, просто мы с ним встречались в исполкоме. Когда все это шло, это все. Он тоже стал депутатом потом. Вот. И то, несмотря на то, что когда у нас редакция, это самое, «Народная правда», у нас тогда мы базировались в Доме политпросвещения. Вот. Ну, тогда пошли подвижки, чтобы выселить «Народную правду» оттуда. Но тоже как делать, это же опять же вот наши умы, Михаил Васильевич, Козёлов, Константин Васильевич, что же делать, какие шаги предпринять, чтобы они на нас посмотрели, ну, естественно, приняли правильное решение. И мы решили просто не на конфликт идти с ним. Там тяжбы, там какие-то все, а просто чисто по-рабочему. Взять, заблокировать Смольный. Закрыть все входы, выходы. Посчитали, сколько выходов, ходов туда, всех рабочих, ну, все Ленинграды, которые были в этой организации. Поставили 2-3 человека, все, никого не пускали. Но потом уже видим, что женщины там приходят, так это женщин пускать. Все, и Собчак приехал туда. Я тогда
24-го Волга была белая такая, как бы, значит, я вот, а мы рабочие встали, плечо к плечу. Ощущаем. Да, все, нет, решаем вопрос. Мыкался, Павел Петрович, что ли, комендант был Смольного, сказал, вот, комендант, идите решайте вопрос. Этот и второй случай был, когда мы его не выпускали из квартиры, когда он жил на Халтурина. Угу. Вот, тоже не выпускали. Но тоже там конфликт искали, ну, как-то вот причину, чтобы нас повязать, и все. Даже вот после этого всего он не выгнал нас. То есть он понимал. Он, хотя, то есть грамотный, дипломатом. То есть рабочих нельзя трогать. И тем более в те времена, это даже рабочие-то не то, что сейчас мы, разобщенные уже все. Ну, наверное, тогда еще сила была. Да, а раньше же такой, ну, и все. И даже в этом, когда ну, в исполкоме, когда у нас совет, раньше долго все знали это все. Ну, слава Богу, этим все в основном занимались. И то, когда надо было нам что-то делать, к Собчаку идти, он никогда спокойно воспринимал. Спокойно, все решает все проблемы. То есть я думаю, что и здесь тоже, зная все это, значит, ну, общественная организация, для чего это делать? Ну, тогда-то в основном-то были еще люди тех времен, руководители. Мыши это по-другому совсем, не так, как сейчас. Тогда еще частной собственности не было. Это самое главное. Ну, он еще не оформлен, да, было. Да. Вот. Я думаю, что вот поэтому и так у нас все прошло. Прошло не особо затруднительно, да? Да. А вот такой вопрос объединения рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи. А вот какие предприятия входили и представители каких предприятий рабочие были делегированы вот на съезд, так, чтобы утвердить совет? Потому что здесь вот я так, ну, вижу, что председатель совета вы, председатель съезда, вот, как-нибудь такого, которого в 1993 году проходил. Вот хотелось бы, если можно, понять, кто вот из товарищей. У нас это порт, пролетарский завод, Сергей Петрович. Так, помните, председатель это был. Выборжец, Красный Выборжец, Красный Выборжец, Кировский завод, так, метро, говорю, метро, ой, там много предприятий это было, сейчас уже я не помню, так, железнодорожники. Железнодорожники были, да? Да, железнодорожники, и еще, по-моему, вот, на этом съезде было, нет, представитель был железной дороги с Волховстроя. А сколько примерно человек было? Вот, ну, здесь я вижу, на съезде было 68 делегатов вот, в 93-м году. А вообще, сколько объединение насчитывало человек? Ну, вот, скажем, сейчас не помню. Хорошие времена. Ну, до 100? Да, где-то так, да. Вот. А ну, сколько вот оно действовало активно? Вот, ну вот мы видим 93-й год, да, протокол вот, изменения. Ну, да, сейчас. Устав, а в 91-м зарегистрировано, оно сейчас действующее. Как вот долго вы руководили этим объединением? Ну, у нас был совет, который мы собирались. Вот. Но потом же, когда мы провели этот съезд, первый, по-моему, на Финляндском вокзале, но там у них красный волок, вот рабочий, вот красный волок у нас есть проводится. Вот. Там собирались, а потом нам собирались в Дом Политпросвещения, совет когда, а потом уже дали нам Смольным, и Смольным уже стали проводить. Ну, так информация, все, помогали, чтобы решать вопросы именно через профсоюзы. Ну, тогда совет рабочих-то такой силы-то не имели, но они уже как бы здесь организовывались, ну,
обсуждали все эти проблемы рабочих конкретного завода, выяснили, что надо чего-то делать, и они уже на предприятии, члены совета, которые были вот на съезде, то есть участники, которые знакомы с этой организацией, уже работали в коллективе там, у себя на предприятии. Газеты вот за рабочее дело уже стали выпускать потом. И... Да, там есть у меня в папке документов протокол об учреждении этой газеты. Да, за рабочее дело, что она тогда вот была учреждена, что эта газета вот, вот этого совета, именно совета рабочих. Да, Оля, да, я забыл, мы же это самое, почему там регистрировались, вот первое, это, ну, такое неофициальное заседание это было, вот именно здесь, в музее Кирова. А сколько вот этот совет рабочих все-таки проработал? Ну вот по памяти, до какого времени вот он действовал, вот, действовал, пока вот не пришли, может быть, какие-то другие времена? Ну, где-то у нас пошел спад после путча. После 93-го? 93-го, да. Еще более однозначно настроены в совете рабочих. Как известно, уже существует постановление Российского исполнительного комитета Советов рабочих, многочисленной и мощной организации, с которой не считаться нельзя. Она вынуждена была принять решение о создании отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти. Уже выбран командир отрядов рабочей гвардии. На этом заседании были приняты следующее постановление о создании отрядов рабочей гвардии для защиты конституционных органов власти. Данное постановление определяет, что в условиях насильственной ликвидации Совета народных депутатов, циничного поправления основного закона Российской Федерации, уничтожения конституционных прав и свобод граждан, в связи с введением бывшего президента Российской Федерации фашистской диктатуры, в целях защиты Совета всех форм, постановил создать отряды рабочей гвардии при городских советах рабочих. Отрядом рабочей гвардии взять под защиту советы всех форм и уровней. Городским советам рабочих часть отрядов немедленно отправить в Москву для защиты советов и конституционных органов власти. После этого так. Не то, что сразу, а так уже. Ну тогда уже все организации стали разваливаться. Вот. Ну и все равно потом же, опять же, на базе именно Совета рабочих и в порту стали выпускать газету «Докер». Ну да, да. Да, пока там опять руководство не пошло, это все равно. То есть как бы почему это все? Потому что вот наша беда, что мы очень доверяем руководству. Когда они там на уши напевают это все, да. Вот. И потом, ага, они вот позиции все сдают, знаешь, а в итоге уже ничего ты не получишь. Ну да, если не бороться, то да, все отнимут. Да, да. А вот такой вопрос, мы когда разговаривали с вами по телефону, я вам сказал о том, что есть вот эти документы, вы сказали, что организация канула в лету. И вот, но все-таки хотелось бы возродить деятельность. Нет, я тоже все это думаю, это же, если де юре эта организация действует до сих пор. Да, да. Просто нету людей. Вот в связи с этим у меня вопрос, а что вот нам сделать как членам партии и как обратиться к рабочим, чтобы нам, возможно, надо созвать какой-то съезд, выбрать председателя совета и продолжать вести эту деятельность уже как в новое, да, в новое время. Вот как вы считаете, что надо сейчас вот сделать? Также делегировать съезд, провести съезд очередной, избрать делегатов на съезд рабочих. Угу. И все. Или через профсоюз делегировать. Какого-то рабочего. Мы можем, предположим, обратиться в профсоюзы с просьбой делегировать своих рабочих в это объединение на этот съезд?
Можно. Можно. И профсоюзы. А если эти профсоюзы, вот они, ну, не рабочие? Не рабочие тоже могут, если они заинтересованы. Угу. Это, нам-то какая разница? Главное, чтобы профсоюз стоял на позиции. Да. Ну а если получается на так, что. Рабочих, чтобы именно решать профсоюз, ну что, что вот предприятие работает, так? Есть профсоюз. Кому надо, от чего зависит предприятие? От выпускаемой продукции. Кто выпускает? Рабочий выпускает. У кого больше проблем? У рабочих. В случае, какие проблемы? Что ему? Авторучка другая нужна. Нет. Вместо табуреткой кресла надо. И все. А здесь же и охрана труда, и охрана труда – это очень сложный вопрос. Ну да. Это у нас в те времена, в советские времена, много проблем было. А сейчас что? Ну, сейчас вообще все попилили, там, соус этот сделали. Вот да. В том-то и дело. И плюс, вот взять просто ГЗОТ. Смотрим раздел. Раздел охраны, раздел зарплата, там, социальные вопросы. Это все выполняется или не выполняется. Угу. И делать свои выводы для своего предприятия. Ну, даже то, что вот у нас сегодня мы добивались работу в выходной день, двойная плата. Угу. Это есть сейчас в Трудовом кодексе? В Трудовом кодексе есть. Угу. А в порту нету. А как у вас так устроен колдоговор? Ну вот. Вот какие бывают ситуации. То есть сейчас нету даже? Нету. Одинарная плата. А вот недавно Константин Васильевич участвовал, я думаю, вы тоже участвовали, новый колдоговор у вас на 3 года в первом контейнерном терминале. Нет, нет, здесь я имею в виду, то есть у Константина Васильевича там работает первый контейнерный терминал. Там у них все в порядке. Это, а внутри порта, вообще порт, организации. Другие, сейчас, в других фирмах. Да, сейчас на базе 1-2 района, которые вот это, они все отделились. А, все понял. Вот одна организация, нету. Один большой порт попилили опять на и много здесь, юридических. Ну, раньше было 4 района. Вот. Сделали 4 зала. Ага. И потом тут стали все это манипулировать. И каждый свой коллективный договор. Раньше была такая крыша. Да, есть у нас здесь, да. Вот. А сейчас вот в организациях вот такая тетрадь. Угу. Все. И там все это выгодно. А сейчас скажите, есть у вас связь вот с первым контейнерным терминалом или с другими районами порта? Ну, конечно, есть. Там газеты наши товарищи читают или туда не попадают? Ну, у нас в спортом комитете все это есть. Mm-hmm. Да. Ну, я думаю, что сейчас, ну, берут, ну, не так, как раньше. Сейчас mm-hmm. же в основном сейчас в профсоюзе докеров только старые докеры mm-hmm. работают. А сейчас, которых новых нанимают, уже они нанимают по договор. По срочному договору. Да. Да. Чуть что профсоюз, значит все. А почему не вступают люди в профсоюз сразу? Их поставили в условия? Поставили. И эти работники сейчас, ну и так. Правда, когда вот вчера был портовый комитет, ездил угу, туда. Угу. Я вот лично уже в сторону порта не смотрю даже. Угу. Потому что тошно. Туда смотреть. Вот. А там, в основном, уже которого принимают, вот из докеров спрашиваю, уже их меньше, бригада. Уже бригада не такая, как бригада, а кучка людей работает угу. вместе. То есть таких серьезных старых рабочих разбавляют новичками. Да, уже старые, как бы сказать, уже из старых осталось наши, когда молодые, еще не успели окрепнуть туда-сюда, и потом все это бодяга пошла, это все. Теперь они старые. Ну, это по стажу старые. А по качеству. Еще тогда они доросли, не успели дорасти, они mm-hmm. так и остались на этом уровне. Mm-hmm. И все, каждый сам за себя работает. И сейчас очень много травматизма, очень много поломки техники.
и кто работает на этой технике. Опять же, эти вот контрактники. Все равно держат, все равно держат. Специалистов нету. То есть несут убытки, ну, как бы мы так думаем. Но они-то вряд ли на убытки-то несут. Ну, было бы интересно бы этим заниматься, если бы у них убытки были. Я думаю, что, наверное, просто себе меньше отстегивает. А все равно не идут на то, чтобы были докерами. То есть их голубая мечта разделить, чтобы не докер работал, а работал крановщик, водитель, грузчик. А то есть у вас такая докер – это профессия, которая соединяет в себе вот много вот этих функций? Да, много специальностей. Я-то просто вот этого даже как-то и не знал. Потому что это, ну как ты будешь народ набрать и выгружать судно? Тут же нужны те, которые внизу кидают, как бы грузчики, водитель погрузчика, крановщик, специалист, который сигнальщик стоит. Струбольщик. Да, нет, сигнальщик стоит. На трюм, который стоит, смотрит, сигналит крановщику. Вот. На берегу это все. И вот это раньше была одна единственная бригада была. Одна бригада была. Сейчас бригада вроде бы есть, а люди все разобщены. Нет уже коллективизма. Нету. И здесь работают уже, я говорю, даже уже водителями, уже эти срочники. Ну, естественно, один другого подменить уже не может никак уже. Нет, подменяет, но все равно. Но все равно компетенции уже не те. Уже не те, уже коллективизма нету в бригаде. В общем, каждый сам за себя работает. Даже, я говорю, а кто чего, вот тот, это для меня будет ужасно. Работают люди вот шкафчиком вдвоем, переодеваются. Даже не знают, кто он такой. Не знают Иванов, Петров, Сидоров, и все. Семейное положение, вот так, как это все. Нарисовали такую картину, как бы, ну, несколько мрачноватую. Хотелось а бы, это есть на самом деле? Я понимаю. Все-таки вот хотелось бы как-то позитивно провести беседу и понять, вот как вот нам все-таки объединение это рабочих нет, может помочь? Нет, вот я говорю, здесь я говорю, сколько говорю, проблем, сколько? Ну, проблем много, да. Вот эти-то проблемы, естественно, надо решать. А как решать? Вот именно только работать с людьми, с рабочими. Именно вот вести беседы, вот то-то, все это. Вот. А по-другому-то никак. Тяжело. Сейчас тяжелее, чем раньше. А есть какие-то, вот, может быть, связи на промышленных предприятиях Ленинграда, не только в порту, где бы мы могли вот позвать кого-то в эти объединения? Может быть, кто-то из более молодых товарищи. Мы это, конечно, клич дадим и расскажем об этом, о том, что вот так возрождаем деятельность такого объединения. Ну, сейчас было бы я помочь? Уже давно с многими предприятиями уже не работаю. Я только вот уже давно зациклился своими докерами, занимался в последнее время, помогал им оформлять пробзаболевания. Те, которые работали. Профессиональные, да. Да, которые работали в тяжелых физических условиях. Вот. Потом я как-то вот так. А сейчас все еще разобщены, то есть опять поделили все. Вот. И к тому же допуска нету. У меня с самого первого отняли пропуск. Да. Вход в порт. Вот, это же после перестройки, это все сразу. Сначала этот самый на машину отобрали пропуск, а потом и совсем. А потом и то, один раз, когда проводили замеры на рабочих местах, вот, это при подготовке к аттестации рабочих мест. Вот.
мне дали разовую проволоку. И что? А как раз это был потом обед, мы не закончили обед, ну, все пошли обедать, ну, пошел кто-то пообедал. Ну, время-то еще рано, до конца обеда. Я же на своем районе, свои причалы, свои ребята, все, ну, пойду к ребятам. Ну, с ребятами-то, ну, поговорили туда, все, вот так и так, и так. А потом я прихожу на причал, продолжит замер. И мне инженер по технике безопасности вставляет это. Ты чего это, Евгений Петрович, ходишь по бригадам? Ну, как по бригадам? Кошел, курилку, да, к ребятам поговорить, все. Твое дело, вот причал. Я говорю, ты что ты мне указываешь? Я говорю, на причале что? Пойду и буду стоять в холоде. Я зашел в тепло, с ребятами поговорил и все. А вы что, против что ли? Я против. Ну тогда, говорю, давай сделаем так. Нарисуешь мне, мой маршрут, следующий раз, когда пустите меня, нарисуешь мне маршрут. Куда я должен ходить, с кем разговаривать, вот, все. Мы с тобой рассмотрим это все. И потом я подпишу, согласен, не согласен. А сейчас этого нету. Да пошел ты, говорю, ты. Я здесь у себя на районе. Я говорю, ты здесь пришлый человек, пришел. А я говорю, докером родился здесь, ты причал. Вот. А потом уже выход из этого, из главных ворот, я смотрю, пропуск фразу прикладываю, крест красный стоит на мне. То есть выпускать нельзя. Я говорю, куда надо идти? Вон начальник там, замначальник службы безопасности, туда со мной пришел, говорю, так и так, почему не выпускать? А почему ты ходишь туда-сюда? Кто тебе разрешил? А ты кто такой? Сразу. Ну, я вижу, он молодой. Старых-то я знаю, он молодой. Я говорю, ты кто такой? Я говорю, я пришел к себе в порт. Считай, что пришел к себе домой, к ребятам поговорить. И вы хотите, чтобы я как пришел, ни с кем не разговаривал, ничего, что ли? Ну, не ходи, ну, не... Так и хотят. Я говорю, не хотите выпускать? Я говорю, не выпускать. Я говорю, все, разберитесь. Я говорю, пошел к ребятам, говорю, назад. Стойте, стойте. Ну, выпустили. Обратно уже не впустили, не запустили. Ну, естественно. Потом, кто пустит меня туда? Так что, вот именно только с рабочими здесь разговаривать, вот именно те проблемы, которые есть, вот их надо, вот надо решать. И тем более, ну, организации, я думаю, что везде найдутся, но люди сейчас очень, говорю, боятся это все. Те, которые есть пока, которые могут этот самый поговорить, хотя бы 3 человека, 5 человек, вот их делегировать на связь, мы бы собрались бы здесь, поговорили, все. Ну, и наметили планы. Люди вроде как боятся, но вот они в 91-м не убоялись. А сейчас буржуазная демократия, можно делать практически все, что хочешь. Все в законах прописано, организация зарегистрирована, можно писать хоть в администрацию президента. Здесь все это пока, да, все написано, все, но они же как смотрят на закон? Как на волю господствующего класса, понятно. Все хотят, то и напишут. Но это же не значит, что не надо собирать съезд. Нет, я же говорю, совет. Вот я говорю, можно, говорю, хотя 3-5 человек делегированных собрать. И именно вот, естественно, составить план работы уже дальше. И избрать достойного председателя. Я-то уже не могу быть председателем. Я думаю, из товарищей, которые делегируют, выберут кого-нибудь, да, найдем мы. Вот именно рабочий должен быть. Партийного товарища и да. Рабочего найдем. Да. Рабочего. А эти как пенсионеры, да, они могут участвовать в работе съезда, все, но совещательный голос. Хорошо, пусть да. Совещательный. Да, решающий иметь только работающий. Да, здесь есть это было. Да, 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 да. Это такой, скажем, про прототип рабочей партии, потому что здесь очень много из тех вещей, которые написаны, есть у нас в уставе. Ну, естественно, у нас же это самое, то есть и по партийной линии
пожалуйста, есть организация. Здесь по рабочей объединению, вот, пожалуйста, есть совет рабочий. Да, вот в работе совета могут принять участие с правом совещательного голоса представители рабочих коллективов и их органов. Да. Те, которые не делегированные. Да. А в работе совета можно принимать, да, участие. Я вот читал устав, здесь на самом деле очень много чего интересного, и тут четвертым же пунктом написано, что это объединение является юридическим лицом, что это объединение, которое ставит своей целью организацию регулярного общения между рабочими разных предприятий, отраслей, для осознания своего места в роли системы производственных отношений, выработки позиций по отношению к другим социально-профессиональным группам на уровне предприятия и организации, для определения своего отношения к проводимым и намечаемым преобразованиям в сфере экономики и политики. То есть мы можем всегда выразить негодование в связи с какими-нибудь нормативными актами, указами президента, да, постановлениями правительства. И любыми другими локальными актами, которые выходят на уровне предприятий. Да. Мы же тоже совет рабочих, когда Горбачев создал план Горбачева, угу, там же учредителем кто был? Все президенты Европы. Угу. И плюс американский. Там такие деньги огромные. На что он живет? Горбачев, да, с которым, да, тоже боролись в те же времена, когда блокировали его, да, там, да, да. Ну, все равно же, если бы сейчас бы все это делать, ну, сейчас бы все показали, ну, тогда все, ну, так тоже ходили, естественно, ФСБшники, там, как плечом оттолкнул, как реагировать, только попробуй руку поднять, все сразу повязали бы и все. И тогда тут, ну, Горбачев не приехал. Ну, так что. Вот такой вот, наверное, один из последних вопросов. Организация Фонд Рабочей Академии, президентом которой является Михаил Васильевич Попов, вот она учреждена в том числе и объединением рабочих предприятий промышленности, транспорта и связи Ленинграда. Также в учредителях этой организации Совет рабочих Москвы или Объединение рабочих Москвы, Совет рабочих Нижнего Новгорода, а также Петровская академия наук и искусств. Вот такой вопрос в связи с этим. А как пришла мысль и, возможно, вот как это родилась идея о создании такой организации, как Фонд рабочей академии? И какое отношение к нему имеет? Вот это здесь именно самая тесная связь рабочих и служащих. А, угу. Там почему рабочий – сила, а служащих – ум, знание. То есть именно знание передавать рабочим, обучать рабочих. Он называется, да, еще Фонд содействия обучения рабочих, да? Естественно. Мы тогда… Только пока еще вот Фонд рабочей академии там не было, ничего, мы уже тогда начинали изучать науку Локи Гегеля. Да, у нас тут тоже есть. Вот, тогда Константин Васильевич, он тогда в этом Лесотехнической академии, там территория, там у них барак был старый. Вот туда там собирали все, изучали. И пошло потом все, это же надо же, на чем только вот. Кучка людей тут занимается. Вот потом пошло. Михаил Васильевич у нас мыслит-то как? Михаил Васильевич, да, мыслит масштабно. Вот поэтому и возросла идея, появилась идея, то, что вот именно возродить надо вот такую организацию создать. Академию уже шире. А теперь вон как работает академия. Да. В Фонде рабочей академии действует кружок любителей гегельской диалектики. Я постоянно на этот кружок хожу. Он проводит свои занятия 2 раза в месяц. В Фонде рабочей академии действует университет рабочих корреспондентов на
Очаковской, товарищи из РКРП, в помещениях проводится, и работает Красный университет, который каждый год набирает порядка нескольких сотен слушателей со всей страны. И в Петербурге где-то порядка 10-15 человек каждый год выпускается. Я тоже закончил. Вот. Все расширяется. Подождите. Прорвется. Все это. Нет, это все бесследно. Ну, понятное дело, что нам нужны, да, мерные поступы, а не какие-то там истерические порывы. Вот и что, собственно, хотелось еще сказать в конце, возможно, огромное спасибо, что оставили такое положительное впечатление, в том плане, что вот нашли эти документы, и что вообще эта организация есть, и что в тот момент, когда вот эти контрреволюция вот наступала очень сильно, это же 91 год, тут даже вон протокол номер 1 от 22 июня, что вообще, так сказать, намекает на практически вооруженную уже борьбу. Но вот тем не менее таким вот легальным способом. Просто вот перебью вот к этому, почему это так пришло, вот Слава Михаил Васильевич, если ты взялся бороться, борись, открытой грудью надо идти вперед и не бояться. Если ты будешь прятаться, как говоришь, если ты на горе, тебе все видно, и никто к тебе не подступится, чтобы тебя убрать. А так внизу, когда ты тихо там работаешь, что-то там шевелишься, тебе прихлопали, никто не заметил. И никому ты не нужен. Да. Вот поэтому вот так. Рабочий класс не прихлопнешь. Да. То есть тихоря тут нельзя работать. Просто знать надо свою правоту. Им за что бороться. У нас же даже в советские времена, сколько нам недоплачивали, когда коснулись мы заработной платы, недоплачивали. Даже один пример, это же очень, в те времена огромную сумму заплатили. Просто, опять же, чисто случайно, когда мы выгружали суда, которые возили с Америки шрот. Ну, это перемолотая кукуруза, там это все это зерновые шрот. Вот. И они, пока везли с Америки, вот этот груз они травили газом. Ничего себе. Ну, чтобы эти всякие букашки не развелись там. Пока идут, а то там шаражат и все. Вот. Мы-то все это выгружали, все. Мы же не знали ничего. Вот. А просто как-то моряки вот говорят, а мы вот трюм, да, вот этот конус вырываем краном до конца. Вот. И этот самый, потом погрузчик опускаем кашу, и он начинает ковырять. И оттуда все рушится. Ну сколько было случаев, этот самый засыпало водителей. Даже у меня то, а когда вот, а там же канал же в порту. Он же узкий, и судно стоит, судно пройдет мимо, он все равно качнется. И вот эта стена, и у меня даже такой случай был, когда я погрузчик, да я правда, когда на обед уходил, всегда центр трюма ставил, вдруг обрушится и все. И с обеда прихожу, вот крыша, вот столько видно и все засыпано. То есть судно прошло, качнуло и все, это рухнуло. То есть знаете, какая-то опасность это все. Да. Ну, и потом мне сказали, что моряки, с Прибалтики, оттуда же, а у нас там послойно выгружают тракторами. Вот. И там я узнал, в Риге узнал, что вот это когда фумигированный груз шрота выгружают, им доплачивают 3 копейки от тонны. То есть сколько тонн выгружают, на каждую тонну 3 копейки плюс идет к заработной плате. И начали разбирать, комиссию прислали, елки-палки, и нам сколько, копейку,
Ира, остальные-то куда? Токер на погрузке подъезжает, все это выгружает, грузит, это все и увозит. Козлов там все это сжигает. Я говорю, вы-то какого участия здесь принимаете? Я говорю, пойду, говорю, еще дальше. Я говорю, будет скандал. И потом что сделать? Все 5 копеек отдали нам. А я-то знаю приказ, с какого года. Это был 86-87 летом. А прошлого года приказ с 1 сентября. То есть, считай, где-то 11 месяцев или 12 месяцев прошло уже. Нет, 11 месяцев прошло. А потом я еще иду, я говорю, теперь смотрите дату. С какого? С такого получаете деньги. Так что поднимите все наряды. И вернули. Наряд вернули все. Даже в те времена уже все это обманывали. Ну да, интересная история. И по заработной плате уже стали все это поднимать, это все. Сразу зарплата поднялась. То есть вот все, началось, вот это все, стали копать дальше. То есть, а сейчас тем более, когда двойная бухгалтерия везде. Вот, ну, естественно, сейчас надо, конечно, надо быть более осторожным. То есть сначала надо как бы тихоря набрать сил. То есть ребята там уже не предприятие, где-то уже в горы надо встречаться, все это обговаривать. Это все, все это сторонник. Тогда, если удастся, конечно, профсоюз на свою сторону, если там не весь профсоюз, а не весь правком, хотя бы часть людей, которые сагитируют проблемы, такие-то есть, которые все вот, закупают технику вот, или что-то там закупают. Некачественные. У нас есть очень много товарищей, и даже в Ленинграде, которые они в партию не входят и в профсоюзах своих работают, ну, постольку поскольку. Им как раз вот это объединение было бы очень полезно, потому что им есть хотя бы куда обратиться, а то так они вот именно бывают борются один там против всех, соответственно, там профсоюз тоже противодействуют, свой создавать не хотят, ну, потому что долго и надо что-то делать. А вот уже есть это объединение, которое может при необходимости может какую-то инспекцию устроить там по охране труда и обратиться куда-то, да, в тот же самый правком, написать что-то от коллектива, от этого объединения может же обратиться там за поверкой электроинструмента или за какими-то другими еще мероприятиями по специальной оценке условий труда, которые проводятся работодателем в интересах работодателя, а не в интересах работника. Так, вот, не надо опираться на СОУТ, это специальная оценка условий труда. Это не наш закон. Там мы ничего не выиграем. Здесь просто нам надо что? Предприятие в каком районе находится? Ну, в Невском условно. Невский район. Роспотребнадзор Невского района. Туда идти. Там же Роспотребнадзор контролирует все организации. Во-первых, вредное производство. А если вредное производство там есть, в этой организации, там, ну, цеха какие-то. Ну, цеха, тяжелое машиностроение, предположим. Они должны контролировать, провести замеры ежемесячные, зарекватальные, годовые. Они проводятся. Ну, сейчас в основном, конечно. Подписываются просто документы и все. Отписки идут. То есть это здесь надо, опять же, идти в этот Роспотребнадзор и интересоваться. Ну, вы знаете, где-то, ну, хотя бы там же человек стоит у станка. Так, какой его режим работы? Что он 8 часов пришел, ну, с 8 до 16. Ну, там обед, час или полчаса там обед. И он все, стоит на ногах. Нет, он должен, наверное, посидеть, походить. А его в режим работы это есть? Это указано? Ну, вот не всегда это есть. Да нигде это не указывается. Ну, бывают места, где очень еще сильны какие-то традиции. А если не указано ничего,
то значит, у тебя уже вредная работа. Уже ты на ногах, у тебя уже ноги болят. Это уже есть профессиональное заболевание. Или же работа, как у нас в этом сделали тяжелую физическую работу. Когда работаешь, тяжелую физическую работу, час поработал, 15 минут отдыха. Было 15 минут отдыха. Это в порту так было? Да. Угу. Сейчас, конечно, это уже все. Все сняли. Не сняли, а как бы продали. Продали. Понятно. Я вот как-то говорю, продали. И кто продал? Сами же. Они предложили. Мизер, немножечко. Тарифную ставку поднять. И все. Ну, на что это? И все, все это ушло. Угу. Все. Так что вот можно, вот именно вот, ничего искать не надо, просто глубже копнуть под ногами, на чем мы стоим, где мы работаем, чем дышим. И повнимательнее быть. Как работаем, конечно, мы же уже к этому привыкли так, автоматом, ходим, работаем. А когда начинаешь вот смотреть, ёлки-палки, мы же что делаем, чем дышим. Даже здесь, когда проводятся замеры, надо присутствовать самим. Да. Вот. Ну, это сейчас обычно просто приносят бумаги, их подписывают и да. Вперед. И то, когда этот самый, тоже у нас случаи были в этом, склады все закрыты, умная погрузка работает, все задымлено, ты все, да, значит, не открывают склады. А когда замеры идут, ребята, идите, там, контролируйте, все, они до этого замера открывают все ворота. Чтобы проветрить. Чтобы проветривать, да. Чтобы теперь что, никакого заводовца нету. Ну да, это известная проблема. Да. Вентиляция не работает, работает. А как узнали, что придет это? Все отремонтировали, все сделали. Да, я тоже часто вот сталкивался буквально недавно с этим, что стоит только немножечко пригрозить там какими-то. Ну, тем, что, ну, грубо говоря, в прокуратуру напишем, все сразу делают вентиляцию, ставят вытяжку. Ну, все равно есть где там и палец кому прищемило, там, и травмы есть на производстве немало. Да. Чтобы качественные инструменты были, спецодежда была нормальная, спецзащита, чтобы были нормальные, все. Ну, ну да, маски, каски, там, да, перчатки, да. Ботинки. Им же денег жалко. 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 На это все. Нет такого преступления, на которое не пойдет капитал. Ну, вот раньше же вот этих перчаток с пупырышками-то не было. Мы же кидали мешки рукавицами, эти брезентовые рукавицы. С пупырышками, с перчатками-то. Угу. Вообще-то бумажные. Вот. Потом только они появились. Удобнее стало. Да. А так? И сейчас бы их не было. Нет, быть-то были бы, но покупали бы за границей это все. Докерский профсоюз, да? Но все равно же секции этих докерской организации и организации механизации, работников механизации. То есть у них уже они же ремонтируют наши погрузчики, это все. То есть это уже не с докерской работой не сравнить. Но все равно мы ходили, все равно их специальность всегда контролируем. Естественно, что в каких условиях они работают, в каких условиях они ремонтируют. Вот. Потом тоже там же такие ямы были ужасные, ну, ремонтные ямы, когда погрузчиками ремонтируют. Потом стали все это приводить в порядок, все. И свет появился там в ямах, и все, и вентиляция, где они работают. Вот. Там же погрузчики и маленькие, и большие заезжают, там же вентиляции тоже не было. Чтобы все, и при этом, чтобы и сквозняка не было. Ну, чтобы и тепло было, да, и конечно, проветривалось. Есть спецовки, которые вот это, как ну, от масса-то вот эту, от рукавицы все это работали, гайки крутить в рукавицах. Это, прорезиненные. Да, прорезиненные для перчатки, это все. Это, да, то есть, ну, все, что соответствовало нормальным условиям труда, именно вот да. В том месте, где трудишься. Здесь да. Кальмана работает тоже, те, которые на причале стоят. Считает грузы. Ну, то, что отправляют, на судно грузят, все, судно выгружают. Они тоже стояли, у них тоже не было ничего, даже будки никакой.
стояли на снегу, а эвакуация негде. Под дождем. Ну, те грузы, которые вот, металл идут, его под дождем можно работать. Это продовольственные, там, зерновые там, грузы там нельзя работать. А эти работают, все. Потом все. Будки специально сделали. Чайничек. Да, чтобы она стоит, очень застекленная, и все уже не под дождем стоит. Журнальчик, ручку, чтобы было. Да, да, фонарик. Все, все видно, все. Да. А так стояли просто на ветрах и это обдувало. Ну, вот так, стенка, это капает, это так, знаете. Это хорошо, что если ворота рядом, то склад там стоит, а склад еще погрузчики же ездят тут. То есть опасно. То есть ничего не было такого. То есть все специальности рабочие как вот отделили и тут же свои представители цехов. То есть этих специальностей представители. Так что все, у нас было все вот разделено. Все рабочие. Не то, что там в одну кучу всех. Так же, потом так же, как в большом профсоюзе было бы. Докер в большинстве, докер будут свои вопросы решать, а этим слова не будут давать. У нас нет. Вот ваша организация, вот, решайте вопросы вы сами. Вот. Какие проблемы, вы же лучше знаете. И выносите, и все, и мы потом уже вместе собираемся, все это решаем. Это надо для этих, это надо для этих, для этих, это все. Так все это решалось. Понятно, очень интересно. Да. Ну, я думаю, будем заканчивать. Много мы наговорили. Вот я же хотел сказать, Ульяновка, это же наше имущество. Объединение рабочих, предприятий, промышленности, транспорта и связи Санкт-Петербурга. Совет рабочих. Буду помогать, консультировать, там что-то надо вопросы, задавайте, все. Так спасибо что, большое. Так что все нормально, все хорошо. До свидания. Будем решать. Скажите нашим зрителям что-нибудь напоследок. А просто не надо унывать, надо смотреть вперед. Есть проблемы, надо решать. Одному не решить, только коллектив.